Каждый год мы начинаем с этого праздника с вами, да, начинаем потихонечку. И хотелось бы вам все вручить. По случаю праздника в необычной роли сотрудники Одинцовского информационного центра привыкли быть в центре событий, чтобы первыми рассказать о них зрителю и читателю. Но сегодня они сами стали героями материала, принимают поздравления с Днем российской печати от отдела вневедомственной охраны. Рассказываем людям, как избежать, как можно защитить свое имущество, дома, квартиры, автотранспорт. В принципе, все, что нужно, мы доводим всю информацию. Благодаря вам. У журналиста газеты «Одинцовская неделя» Георгия Янса связь с Росгвардией особенная. На его попечении сразу два бойца на заслуженном отдыхе – немецкие овчарки Яран и Джуля. В прошлом они – минер и сапер. Сейчас – домашние любимцы. В плане дисциплины прогулочной проблем нет никаких. То есть, вот я с гордостью хожу по деревне, как вижу, что все ведут своих на поводках, там они рвутся, а мы идем без поводка и на полном послушании и взаимопонимании. Вот такое разноплановое сотрудничество СМИ и Росгвардии. И оно будет продолжено. Ведь каждый выезд с сотрудниками вневедомственной охраны – это не просто очередной инфоповод, но и профилактика правонарушений. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».